Ну что, друзья, достала я свой фартушек. Это подарочек от друзей из Харькова. Вот такой зая. Присоединяйтесь ко мне, будем готовить с вами сегодня сырники. Кто давно не готовил, я уж не помню, когда мы готовили. Вместе с вами вкусноты сделаем, да? Немножечко опустила, чтобы видно было. Сырочек такой свежий, творожочек. Смотрите. Красота. Я попробовать надо. Хороший, такой нежный-нежный, в меру кисленький. Люблю такой творожок, который рассыпается, прям не сухой, не сильно влажный, такой прям. Хоть бери со сметанкой, да с сахарочком, кто так любит. Вкуснотища. Сейчас наготовим завтрака. Обязательно подсаливаем. Вот так вот. Я так две щепоточки. У меня же тут килограмм творога. Так. Сейчас вот так вот. Две ложки с горкой сахара. Но я посмотрю. Может, еще добавлю. Нам нравится, когда такие, знаете, чтобы сладенькие были. Ой, творог. Артур вот с творога кушает только сырники и ленивые вареники. Вот так, чтобы вареники с творогом налепить, не, а ленивые с удовольствием. Так, добавлю немножечко ванилина, можно ванильный сахар. Для ароматика. Сейчас так немножечко. Немножечко. Ну, я думаю, достаточно. Ой, пахнет. И яички. Яйца подорожали у нас. Ой, не помню. Или 4,20, или 4,30 уже в АТБ. В Петрикевке по акции почти 50 гривен, ну, говорят, крупные. Ну, не знаю, все дорожает. Дорожает. Так, хорошенечко сейчас яйцом перемешаем. Добавим с вами муки, просеем немножечко. Такой мало сладенький. Кто не любит сильно сладкий, можете не добавлять. Я еще одну ложечку добавлю. Немножечко. Вот получается 3 ложки у меня будет. Так. И у меня мука. Будем смотреть, сколько муки. Все же зависит от творога еще. Сухой творог, мокрый творог, от муки. Ну, вот так вот с горкой непросеянной. Вот так. Добавим 2 ложечки. Нам главное, чтобы оно лепилось. Клейкость придало творожку. И можно было сформировать наши сырнички, чтобы они держались.
Все сейчас хорошенечко вымешаем. Дадим обязательно постоять нашему тесту. Ну, не знаю, минут 10-15. И будем формировать сырники. Можно накрыть пакетиком, можно накрыть пищевой пленкой. Ну, я не буду накрывать. За 10-15 минут ничего не случится. Так, сейчас я проверю. Да, все хорошо. Вот 2 столовые ложки такие с горкой. Достаточно. Все, встретимся через секунду. А я подожду минут 10-15. Я немножечко еще опустила камеру, чтобы видно было, как я буду формировать сырники. Уже прошло у нас 10 минут. Вот так вот немножечко я на силиконовый коврик притрушу муки. Совсем так, чуточку. Нам нужно также вот наш нож немножко. И вот так я ложечкой буду брать, чтобы приблизительно они были одинакового размера. Ну, вот так. И будем вот так делать наши сырнички. Ножом получается красивее сделать вот такие бортики. Видно? Вот так. Сейчас вам покажу, как получается. Вот такие сырнички. И будем... Сейчас еще немножечко муки добавлю. Вот так вот в стороночку откладывать. И так, пока я не налеплю все сырники. Сначала шарик. И потом формируем. Вот смотрите, сколько у меня сырничков получилось из килограмма творога. Получается 23 сырника. Идемте жарить.